канале Mary Today, и сегодня я снимаю видео, которое знает сейчас только я, потому что сегодня будет челлендж, вот, и буду я снимать со своей сестрой Дашей, поэтому давайте позовем. Даша, да? Даша даже не знает этот челлендж. Привет! Всем! Сейчас популярен такой челлендж. Я не знаю, сейчас он популярный или нет, но в прошлых годах точно был популярен. Челлендж без большого пальца называется. И вот такой вот челлендж. И сегодня мы будем без большого пальца выполнять какие-то задания. То, что нам сегодня понадобится, это вот такие штучки. Вот такие штучки. И вот это. Вот. А если тебе нравится эта идея, то ставь лайк вверх, подписывайся на канал и не забывай нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. И поехали! Итак, скотч. Сегодняшний наш дружок. Давай. И сегодня я мы... Давай. Страшно. Давай, закипай. Так. Ой, так громко. Так, все, мы готовы. Вот так вот как-то выглядит. Пальчики у нас. Снимать буду. Первую. Что, прилипает? Так, вот так. Итак, время, друзья, время у нас 30 секунд. Стой. Время у нас 30 секунд. Я сейчас включу таймер. Вот тут для вас будет. Еще. Есть? Да. Я съела. Я выиграла. Итак. В мою пользу 1-0. Я развернула и съела за 5 секунд сейчас. Я не люблю эти А ты любишь? Подголовочки? Очень шикарно. Итак, первое задание мы выполнили. Дальше мы будем закинуть два следующих. Итак, следующий. Задание это открыть шампуни. Итак, выгоди время. Итак, вот шампуни. У нас абсолютно одинаковые шампуни. Покажи. Абсолютно одинаковые шампуни, то есть. Не открыты. Итак, так. Я уже открыла. И выпить. Ага. Я не могу. Но я открыла, правда. Итак, я выполнила за 3 секунды, даже на 7 секунд. Мало дать мою пользу. 0-2. Да, 2-0. 2-0. Итак, 2-0. Следующее задание это у нас... Итак, следующее задание это у нас открыть помадки. Я тоже абсолютно одинаковые помадки. Сейчас. Вот, поэтому давайте начнем. Итак, таймер. Что можно? Нет. Таймер на старт. Внимание, Маша. Даша открыла быстрее, поэтому попала в ее пользу. Ура! 1-2. У нас 2-1. Вот. Даша меня догоняет, поэтому мне надо чуть-чуть. Ага. Давай. Слышь, точка. Я тут скотч везде. Скотч. Еще попчок открыть. Вот. Поэтому давайте так. Так, мама, я сделаю скотч. Сейчас нам надо написать. Можно нам надо написать мой канал, название моего канала. И открыть колпачок. За 30 секунд. Раз. И на старт, внимание, марш. Первым. В общем, я не знаю, кто был первым,
считаете балл мне и балл Даше, потому что... А вы напишите в комментариях, как вы считаете, кто был первым. Вот. Значит, балл в мою пользу и в Дашину пользу. Получается, сейчас у нас стоит 2 идет. Итак, вот так у нас получилось. Так. Я не могу пока. Вот. И последний раз мы поставим сюда. Это как круто. Ну, это уже было. Это я думаю будет. Да, погоди, стой. Итак, еще я забыла сказать, что она как колпачок и нарисовала друг друга. В смысле? За 30 секунд? Да. Можно больше? Нет, за 30. Раз. Подожди, таймер. Раз, так. Внимание. Не знаю, как ты выглядишь. Я как-то... Извините, мы не художники. Ну, даже художник я нет. Все. Ой, у тебя красиво получилось. Просто сравните. Я и Даша. Даша получше. Зато ты красиво написала. Даша быстрее, у нее красивее, поэтому Даша идет в балл Даша. 3-3. Да, у нас идет ничья, 3-3. Все? И кто выиграл? Я не знаю, кто выиграл. А давай голосуй. Давай лучше подпишите. Итак, напишите, как вы думаете, кто выиграл, я или Даша в этом челлендже. В общем, вот, напишите обязательно. И если вам понравились такие видео, то ставьте вверх. Подписывайтесь на мой канал, на наш канал обязательно. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы вас любим. Меня сняла.